Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Cops Will Show, и сегодня очередные прогнозы на футбольные матчи. Фрайбург встречается с Штутгартом, Германия, Бундеслига, тур 20. Матч состоится, акцентирую ваше внимание, 22 ноября в 17:30. Итак, Фрайбург. Беру последние его 15 матчей дома. Количество домашних голов. Подсчитаем количество домашних голов Фрайбург. 2 плюс 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 29. 29. Количество пропущенных голов дома Фрайбург. Подсчитаем. 2 плюс 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Количество побед Фрайбурга получается за эти 15 игр дома. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Таким же образом просчитываем Штутгарт. Количество гостевых игр 15. Так, гостевых голов. Гостевых игр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. По Баварию запоминаем. Так, количество домашних голов. Голов на выезде, извиняюсь. Забитых 2, плюс 1, 3, 4, 5, 6, плюс 6. 12 плюс 10, 22, 24, 25. Гостевых голов Штутгарт 25. Количество пропущенных голов в гостях 1 плюс 2, 3 плюс 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 23. Количество побед. Штутгарт за 15 гостевых игр. 1, 2, 3, 4, 4. Получается, Фрайбург за 15 домашних игр забила 29 мячей, пропустила 15, одержала 8 побед. Штутгарт за 15 гостевых игр забил 25 мячей, пропустил 23, одержал 4 победы. Прогнозировать на победу Фрайбурга средняя вероятность 40-46%, на тотал больше 80-53, индивидуальные тоталы хозяев и гостей в левой и в правой колонке высокая вероятность 85-83%, 85-66%. И обе забьют 78-68%. Прогноз на данный матч. Фрайбург не проиграет. Или можете взять обе забьют, да. Посмотрим, какие коэффициенты дают на эти спортивные исходы. Значит, Фрайбург не проиграет 1.41, 1.40. Но такой коэффициент подойдет для включение его в какой-либо экспрессик. Если будете собирать экспресс, то пожалуйста. Обе забьют «да» 1.68, 1.84, 1.77, 1.80.